Добрый день снова, с вами мастерская Дмитрия Митрофанова. И на этот раз расскажу вам вот о таком небольшом секретике. Из чего мы будем делать когти, значит, нашим персонажам, там, чужим, собакам. Когти, зубы, что-то такое острое, клыкастое. Значит, берем распредвал, желательно с таким вот большим ходом клапана, да, большим подъемом, и нарезаем его вот на такие вот, похоже на знак местоположения на Яндексе или на навигаторе, точка где, и из них можно сделать вот такие вот когти, цветочек ради прикола, вот таких, значит, там 4-5 когтей собаки, например. Или можно сделать кому-нибудь зубы. Тоже какие-нибудь клыки. Тут уже половину отрезал, даже большую часть. Вот из распредвала можно сделать клыки. С вами была мастерская Дмитрия Митрофанова. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи!